Представляем вашему вниманию мойку 807 Селан на 220 вольт, которую можно включить в обычную розетку на 220 вольт. Характеристики 70 бар, 14 литров в минуту. Двигатель получается однофазный на 1,8 киловатт. Включается с помощью такой кнопки. В комплекте идет шланг 10 метров высокого давления, пистолет, такой небольшой с насадками под разным углом. Сейчас проверим, как работает. Здесь получается помпа, здесь заливается масло, сапун, который надо менять, манометр и регулятор давления. То есть можно регулировать давление. Включим, посмотрим. Возьмем насадку 0 градусов. Посмотрим, какое давление. Как видите, дальность хорошая. Посмотрим, как он бьет в точку. Это вот здесь 0 градусов. Обычное дерево. Как видите, давление достаточно, чтобы даже разрушить дерево. Либо вот старая грязь, въевшаяся. Кто говорит, что давление 70 бар это мало, можете вот убедиться в обратном. Когда нажимаем, давление вот около 70 бар. Возьмем другую насадку, которая используется для мойки автомобилей. В основном для мойки используют насадку для 40 градусов. Такая мойка можно использовать в домашних условиях. Включается в обычную розетку. Давление достаточно, чтобы отбить грязь, бетон, все, что может пригодиться в доме. Также можно использовать и на автомойках.